достаточно тяжело так работать. Очень объемные. Два пакета доверху заполнены самыми необходимыми продуктами. В Кубинке прошла очередная гуманитарная акция. Для многодетных родителей, инвалидов, пенсионеров и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, эти наборы – весомая поддержка. Анна Калитова – мама пятерых детей, и скоро в семье снова прибавление. Если честно, мы уже не первый раз получаем продуктовые наборы и очень благодарны, потому что это все-таки весомая помощь для многодетных семей, где много деток. Уже не первый раз администрация территориального управления оказывает материальную поддержку нуждающимся жителям. Волонтеры вручили 50 продуктовых наборов многодетным семьям муниципалитета. Добрую акцию приехали поддержать депутаты округа. Здесь уже сформировалась такая хорошая традиция, которая, наверное, корни свои пустила еще в начале пандемии, да, когда все мы искали, как помочь, особенно социальным группам, которым необходима помощь. И здесь вот примерно так же, как во всем нашем городском округе, Одинцовском, тоже нашлись благотворители. Хотелось бы, прежде всего, конечно, поблагодарить тех людей, которые непосредственно эти подарки, значит, сделали. Это прихожане храма «Благодатное небо». Большое им за это спасибо, за их волонтерскую деятельность, за их благотворительную деятельность. И хотелось бы отметить, конечно, настоятеля этого храма, отца Алексея Солдатенкова. В пандемии мы научились протягивать руку помощи друг другу, говорят депутаты. Акции в Кубинке проводятся ежемесячно по инициативе прихожан храма иконы Божьей Матери «Благодатное небо», его настоятеля протоиерея Александра Солдатенкова и партии «Единая Россия». Благотворительный проект, направленный на помощь социально незащищенным слоям населения, будет продолжен. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».